Три гениальных идеи для хранения, которые подойдут безнадежным грязнулям. Не любите убирать и стараетесь даже не думать о том, что квартира нуждается в периодической уборке? Тогда вы точно найдете несколько идей на вооружение. Если вы понятия не имеете, как сделать так, чтобы вещи, которые вы сложили на свои места, там и оставались, и сохранялся порядок, то вам просто нужна новая система для хранения. И вот три идейки, которые помогут вам ее создать. Используйте корзины. Чтобы вещи, которые сейчас у вас валяются просто так, выглядели более организованно и сложенно, дизайнеры советуют использовать декоративные корзины. Если у вас большая семья и есть маленькие дети, то вы наверняка знаете, что такое настоящий беспорядок. Разместите несколько красивых плетеных корзин в комнатах и коридорах, и проходя мимо них, подбирайте с пола и со всех поверхностей вещи, которые находятся не на своих местах, и бросайте в корзину. Вечером перед сном вам придется потратить всего 5 минут, чтобы расставить все эти вещи по своим местам, и беспорядок не будет накапливаться. Создайте систему в прихожей. Если вы из тех людей, которые приходят домой и бросают сумку на стул, ключи на тумбочку, а пальто поверх этого всего, то система в прихожей – это то, что вам нужно, чтобы стать более организованными. Установите у входа несколько крючков для сумки, ключей и легких аксессуаров. С другой стороны, поставьте вешалку для верхней одежды. И если позволяет место, установите специальный шкаф. А на тумбочке у входа положите корзинку для почты. Так привычные вещи, которые сейчас разбросаны по коридору, будут иметь свое место. И положить их на него не составит труда и не займет много времени. Вставьте в ящики разделители. Легко быть грязнули, когда у предметов нет специально отведенных мест для хранения. Органайзеры для ящиков помогут справиться с этим. Разделители помогают не только в организации таких вещей, как ювелирные украшения или солнцезащитные очки, но и в складывании небольших вещей, таких как нижнее белье и носки. Такие контейнеры универсальные, они подойдут для хранения и в ванной, и на кухне, и в спальне.